Э! Чё за дело-то, а? Чё начинается опять? О! Здорово всем, это снова я, Майнкрафтер 99 уровня. Ты думал то, что я шучу? Смотри сюда. Это корона Эдисона. Я ж тебе говорил то, что я ее забрал, а? Опа. Эдисон никогда не сможет вернуть себе свою корону. Если, конечно, ты ему не поможешь. Если мы наберем на этой серии снайперов 30 тысяч лайков, если ты поделишься этой серией снайперов со своими друзьями, йоу, а что у меня нос сюда вылезает, а? То, возможно, Эдисон вернет себе свою корону, а? Где Эдисон? Где Эдисон? Я не знаю, где Эдисон, где он? 30 тысяч лайков. Если поделишься этим роликом с своими друзьями, то у Эдисона будет возможность вернуть себе свою корону снайпера. Ебой! Так, лайкусик, а мы будем начинать. Короче. Вам кирдык просто, понимаете? Ничего ты сказал. Кирдык. Кирдык вам. И тебе, и тебе. Ага, Эдисон, здорово. Что-то происходит, что-то происходит, я перезаряжаюсь. Что ты там делаешь? Где? Уходи оттуда. Что такое делается? Кто делает? Что-то в этом противозаконное делать, мне кажется. Кто делает, а? Кто-то из вас. Кто-то из вас. Кто-то из нас что-то там делает, да? Вы что, гангстер? Игорь, ты где, Игорь? Игорь! Да все, Игорь, хватит, успокойся. Успокойся, я сказал! Игоря понесло. Это геншит. Все, хватит, Игорь. Хватит, Игорь, успокойся. Игорюня. Игорь обидится, ты же его кумир. Кумир молодежи. А Игорь же молодежь, правильно? От мажоров, да. Молодежь. Ох, молодежь так пошла, конечно. Ладно, пердим, давай. Ну а чё пердеть? Ну блин, я шо не молодёжь? Давайте мы стреляться будем! Чилят они, сидят крысятся где-то, чилят там! Не надо сидеть пердеть, надо стреляться! Насиделись, напердились, давайте стреляться, всё, хватит! Что, пацаны, как пердится? Да нормально, напердели. Нормально. Я уже напердел. Я уже всю кирпичную стену. Я тоже уже всё пропердел, что только можно, всё, хватит. Ой! Шо, ой? У меня проблем больше. Какие проблемы у тебя? Да все нормально. Да какие проблемы? Какие проблемы у тебя, а? У меня большие проблемы. Большие проблемы. Воу! Это откуда? Это кто? Это как? Это кто стреляла? Откуда бзданул? Кто стреляла? Сидим пердим. Да-да. Кто-то пукнула, да? Да-да. Кто-то пукнула. Кто-то обосралась, а? Пукнула. Опа! Игорь, ну ты должен его уничтожить. Кто-то пукнула. Он уже не жилец, понимаешь? Он уже труп. Да я понял. Игорь, не бей меня, пожалуйста, Игорь. Давай, Игорь, прогиб, через прогиб. Игорь, не бей! Игорь! Да что ты такой? Игорь, на самом деле, как я уже понял, Игорь реально читерит. Уже не знаю, какую серию подряд уже. Ничего подобного, если что. Угу. Ничего, какой здесь опасный. Я опасный. Ты дедшот. Кто опасный? Дедшот. Он пукшот. Давай. Игорь, ты ребенок, если что. Да? Да. Ну и что? Давай исправляй эту беду. Ты будешь стрелять в ребенка? Давай исправляй эту проблему. Прям сейчас. Кто-то читерит просто уже вторую серию подряд, да?
точно 4 есть. Не 4, нет. Да в смысле, Игорь, ты лох! Ебать, ебать! 1-0-0, Игорь, исправляй эту проблему. Что с Игорем? Шоу Игоря с ногами? Я пухлый. И как ты хочешь, чтобы я по этому попадал, а? Подождите, ну, по-моему, тогда было легче даже попасть. Нет, давай, исправляй, Игорь, лучше. Па-па-па! Всё, Игорь? Сидим. Да, сидим, перед ним. Ты исправил там проблему свою? Типа ноги большие? Да, ноги большие, справился. Компрессик положил, все нормально. Да, все нормально. Не болят больше, Игорь. Все в порядке. Все в порядке, это хорошо. Ампутировал его. Ампутировал. Много ракет. Не надо, не надо ничего путировать. Путировать. Ампутируй. Не ампутирую. Не ампутирую. Ну не ампутирую, Игорь. Кутно. Ой, Жека, я тебя видел. Выбегай тут, давай. Я по тебе стрелять буду. Йо, Жека, я тебя видел. Меня там не стреляет. Чё? Что я тебя не выйду отсюда до конца игры? Я тебя видел, я тебя видел. Ты вообще на понт взял пацан, смотри, видел, какая я. Всё, ну и ладно, всё, я буду тупо сидеть. Тупо буду пердеть. Тупо сидеть. Я манипулянт, я манипулятор. Манипулянт. Я еще тот манипулянт. Опа, 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 кто пердил? Амбулатория. Амбус чего? Вы где? Блядь, манипулятор было немного. Кто что сказал? Ничего, ничего, ничего. Кто что? Да ничего, никто. Не понимаю. Кто только что нафунял немножко, признавайтесь, вот так чуть-чуть фукнул. Опа, опять кто-то фукнул. Так. Кто фунял? Слишком много углекислого воздуха. Кто фунял, тот какая? Воздуха. Воздуха. Дебил. Слишком много чего, Игорь? Углекислого воздуха слишком много. Игорь, ты дебик? Игорь просто химик. Игорь, ты дебик, да? У нас теперь воздух углекислый, это нормально. Углекислый. Поуглекислился немножко. Ты дебил. Так. Дебил! Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Ты пугал меня, потому что я не знаю. Да в смысле? В коромысли, ёпты! Фига ты меня, конечно, испугал, я тебе так говорю. Пендрец! Вот это пендрец! Кто пендрец? Эдисонный парень, а пендрец. Я пендреца посыпал. Пендрец, конечно. Игорь, ты где? Караганде. Это где? Это немного левее, чем Бердянск. Чем Бердянск? Разве? Пусима не вид, пусима не вид. Где ты был? Я ж тебя знал, я в тебя пару раз стрелял. Собака. Я ж тебя знал. Я тебя тоже знал. Понимаешь, что он мою корону отберет сейчас? Да? Капец, он вернулся обратно, я не подожди, подожди, 2-0-0, как бы, вообще-то. Сейчас посмотрим. А я выиграю, пацаны, опять? Нет. Шо, сидим пердим, да? Тип того, Игорь, тип того. Раскусил ты нас опять. Сидим, пердим. Не, сейчас точно всех просто... Вы. Ой, да, парень, ты вот пойдём. Да, умойся. Это вычислить, умывай руки, понимаешь? Умывай руки, давай отсюда. И жопу помой лучше. Баребухами по земле скрыжечет. Кого? Чего? Баребух?
Баребух. Баребрик не понимаю. Если вы сейчас смотрите и знаете, что такое баребух, напишите им в комментариях. Я не знаю, что такое баребух. Это кажется, что это что-то противозаконное. Ты знаешь, что такое баребух, Жека? Не, говно в нашей стране разрешено, ничего не законно. Все законно, нормально. Ничего не законно. Ничего не законно, все законно. Ну говно ж не запрещено. Ничего. Очень легальное вещество. Прикинь, завтра запретят и все, Эдисон ролик заблокируют. Вот именно. Что? Пусть. Какать нужно тихо, понимаешь? Какашки не, не надо вообще какать. Потом выйдет 26 мая, значит, эти. Протестовать против... Хватит! Хватит! Ну, смотри, смотри, какой культурный мальчик у нас тут сидит. Хватит! Нет, у меня просто нормальный ролик, а сейчас все это про говно вырезать нужно будет. Успокойтесь. Нафуняли! Два дебила! На! Отвлек! Отвлек! Кричать, пожалуйста! А вот вы, если вы не понимаете, кто куда ты стрелял, а? Кто стрелял? Ты стрелял куда? Вообще никуда не стрелял. Я стрелял, ты стрелял, ты стрелял, я стрелял. Мы стрелял, ты, я стрелял, ты, мы стрелял, мы. Апа! Я видел, я не понимал, как ты пробежал мимо моего зрения. Это а? Моё. Давно. Это моё, я вернул себе корону. Ну, всё, ГГ, ребята, так, лайки, всем пока. Спасибо, спасибо. 3-0-0, 3-0-0, чё, чё так расслабились по центре, а? Ну, просто поддаёмся. А, да, 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 сейчас сговорились поддаваться, да? Хорошо. Ну что, Жека, объединяемся? Да. Сейчас покажем вам следующую команду работу. Все прекрасно знаете, что нужно делать. Ставьте лайкусики прямо сейчас на этот ролик, если хотите продолжение. Корона, спасибо, 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 Жека. А мне одной хватит. Нет, это корона. Все нормально. Спасибо всем за просмотр. Набираем 20 тысяч лайков. Сразу же выходит следующая серия снайперов, обещаю. Поэтому ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал. Пацаны, попрощайтесь. Держи карь! Как? Спасибо, спасибо, спасибо. Мне одной короны хватит. Не расстраивайтесь. Когда-нибудь вы опять выиграете через 20 серий. Все нормально будет, пацаны, не плачьте. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.